Другим новостям, международный деловой фестиваль SolarFest Казахстан пройдет 4-5 июля в Боровом, в ходе которого планируется презентация новых механизмов поддержки возобновляемых источников энергии. SolarFest Казахстан – это международный деловой фестиваль, который соберет всех заинтересованных участников отрасли возобновляемой энергетики. То есть на площадке фестиваля будут проведены востребованные отраслевые тренинги и консультации. Также у участников фестиваля будет возможность узнать об успешных примерах, историях успеха, а также реализованных проектов в Казахстане, ну и мировые тренды.